приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки эти людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему. Вместе с серебром закупленный им хлеб и сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро. Для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, куда это вы сделали? Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших. Мы обратно принесли тебе из земли хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Он сказал: хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, и вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминова. И разодрали они одежды свои и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал: что нам говорить господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы и то. В чьих руках нашлась чаша? Но Иосиф сказал: нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдете с миром к отцу вашему. И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой. Позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон.
Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Они сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, который брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, а если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем. Потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой: отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, а я сказал: верно, он растерзан, а я не видал его до ныне. Если сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет! И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.